Это была непростая история. Теперь уже осень, совсем осень. Туман, и когда разливаются реки, ночью и днем, ведем мы свои машины. Мы шоферы-дальнорейсовики, работа наша в пути, да и жизнь на колесах. Все это началось тоже в дороге, еще весной. Сейчас будет поворот, и все случится. Ну, что? Извините, что я остановила. Я не знала, что вас так много. Что, мотор перегрелся? На буксир возьмем? Ничего, я как-нибудь доберусь. Мне только до Поповки. Камера лопнула. Ну, давай, садись. Да садись же, мы туда едем. Большое вам спасибо. А сколько будет стоить? 25. Сколько? С меня. Если инспектор увидит. Сидоров Альфред хочет выйти, товарищ водитель. Ну, на здоровье, ну чего орать? Нажать не поедет. Нет, не поедет. Это педаль сцепления, ясно? А это, здесь еще много всякого. Ты спроси у бати. А у меня бати нет. А кто ж у тебя есть? Полина Сергеевна, тетя Вера, тетя Дуся. Тетя Дуся, я здесь поеду, можно? Можно, миленький. Осторожнее, ребята. А бывает, что у вас берут детей? Бывает. У Таньки теперь есть мама. Пришла к нам выбирать себе дочку. Ну, нашла. У нас находится. А ребята довольны, если находятся эти родители? Конечно. Разве вам плохо в детдоме? Нет, хорошо. Ну что ж. Да только надо, чтобы были батя и мама, надо. Надо-то надо. Да что ж, брат, поделаешь, когда их нет? Я вот тоже детдомской. И тоже бывает мне... Ничего. Найдутся твои родители? Нет, не найдутся. Это почему? А потому что я рыжий. Но меня даже не смотрят, когда приходят искать.
Так кто ж тебе сказал? Кто-кто, сам знаю. Можно погудеть? Ну, бывай, друг. Бывай. Твоя как фамилия? Евдокимов. Ты что? Это я Евдокимов? Нет, я Евдокимов Александр. Тетя Дуся! Правда я Евдокимов Александр. Ты, милый, Евдокимов Александр. Сашка! Ты приехали? Буди ее, ей же в Поповку. С командой там, чтобы скорее выгружались и в обратный рейс. Куда мы едем? А? Мы, кажется, обратно едем. Да, что? Остановите машину, мне же в Поповку. Она меня не останавливается. Остановите машину, или я сейчас выпрыгну. Герой. Ну куда бы вы на вашем сломанном дрендулете поехали? Куда-куда? В Поповку. Ничего смешного в этом не вижу. Вы так со всеми незнакомыми девушками обращаетесь? Нет, не со всеми. Фуражка у меня тут вот. Ребята, фура. Вам же уже сказали, нельзя.
Ну, что вам стоит? Позвольте. Мне... Ну, чем же вы можете ей помочь? Мало ли, может быть, сбегать куда-нибудь, кровь дать. Нельзя. Доктор! Доктор! Позвольте мне, разрешите, а? Позвольте, пострадавший. Вы ее муж? Вы муж? Нет, не муж. Брат? Нет. Так кто же вы ей? Знакомый просто. Приятель. Ее фамилия, адрес? Не знаю фамилии. И адрес не спросил. Потише вы! Эхе-хе, могла бы жить, да жить. Знакомый. Клавдия Науменко. Улица Ленина, 18. Откуда вы знаете? Откуда? Она, голубчик, сама лично мне сказала. Сама? Сама. Анна Романовна, дайте ему нашатырного спирта. Что? Сейчас дайте. Домино, домино, будь веселым, не надо печали. Домино, домино, нет счастливее нас в этом зале. Видишь, я с тобой, друг любимый мой. Домино, домино, слышишь, счастье стучится в окно. Прежде всего, презент вашей супруги. Чего это? Тюль на 4 окна. Спасибо. Так, домино, значит, все сюда, да? Угадали. Эти звуки означают свои сюда. Сделайте вашу коннекцию. Кстати, вы не знакомы, товарищ Запруднов. Работает по снабжению. Очень приятно. Запруднов. А это товарищ Корольков, работник автотранспорта. Ну что мы без транспорта? Ну, короче, когда эти? Как пришлете машину, сразу аванс. Передам шоферу. Только шофер должен быть вне подозрений. Как говорят, золотой советский человек. Есть у вас такой? Надо быть, найдется. Накладную на 29 уков сделайте чужим почерком. Извините, я поеду по другой улице. Так. Значит, таким путем. В этой самой Поповке он, водитель машины, никаких спиртных напитков не принимал? Нет. Нет? А почему вы можете так категорически утверждать? Потому что я спала. Спала?
спали, а утверждаете, некрасиво, гражданка Науменко. Вы меня не учите, что красиво, что некрасиво. Я точно знаю, что из машины он не отлучался. Знаете, хотя спали. Я спала у него на плече. Он не мог шевельнуться. Я удивляюсь на современную молодежь. Не зная человека, кладет голову ему на плечо. Кому? Какому-то шоферу, бандиту за рулем, который искалечил, погубил ее, может быть, на всю жизнь. Тетя, вы не смеете так говорить. А вы не смеете так думать про него. Он лучше всех. Можете так и записать в вашем протоколе. Он лучше всех, не смеет так думать. Такие слова в протокол не вставишь. А я других не скажу. И правильно, Клавденька. Несчастье с каждым может быть. Так вон какие букеты каждый день с утра приносит. Ах, а человек-то рабочий. Это не то, что артист. Или пивом торгует. Пожалуйста, не намекайте. Я ведь тоже от государства работаю. Значит, самый лучший. Лучше всех. Сказала бы про меня так моя жинка, оно и помирать было бы веселей. Но только и слышишь, хуже тебе нет. Хуже тебе нет. Дядь Паша, цветочки мои. Цветочки-то он той побитой девчушке возит, чтоб на суде хорошо показывала. Ермилович, ну будь ты человек, у меня же обеденный перерыв кончается. Слушай, ну у тебя сердце есть, а? На вскрытии определят. А душа? Вот души нет. Дай душу больничному вахтеру. Что вы из больницы делаете с вашими букетами да солеными огурцами? Товарищ Ермилович, будьте любезны. Слушайте, вам же русским языком сказали, после четырех. Извините. Вот народ. Слушай, ну я пойду. Стой. Говорят тебе, что у нее тепушка. А я, муж, дядюшка. Дядюшка. Тебя вся больница знает. Дядюшка. Не пустишь? Нет. Ну ладно, с приветом. Мишка! Мишка! Посигналь! Да посигналь! Давайте. Давайте. Возьмите халат. Давай. Так удел! Вот, ну, тетя, познакомьтесь. Колбасы любительские. Кому? Ой, мне, я обожаю. Она уже здорова. Температурка нормальная. Скоро совсем вылечишь. Спасибо. Вот так оно и началось. То самое, о чем сочиняют стихи. И даже песни поют. То, над чем я смеялся раньше. Что ты сказал, что мог ли я тогда думать,
что беда уже поджидает меня. Понял? Вот где мне твоя авария сидит. Ночей, понимаешь, не сплю. Обойдется государству в копеечку. Вот, погляди документацию. Ну так что я мог сделать? Ну ладно, 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 ладно. Об этом толковать поздно. Трудом такие вещи искупить надо. Ну, как полагается, комсомольцы. Я от работы не отказываюсь. Ну, говорите, куда ехать. Да. На 2 недели маршрут на Урал. А затем... А сколько? Да-да, на 2. А что, неохота? Нет, почему? Не в цвет, а, Сашок? Все равно. Ну, ладно, ладно. Я ведь все знаю. Корольков тоже молод был, понимает людей. Я тебя почти что через улицу устроил. В Приморской, понял? Ага. Туда Толь доставишь. Так. Обратно в Лайму зайдешь. 29 мест. Сейчас. Груза возьмешь и прямо на склад Тексельдоза. Да-да-да, там тебе агент по снабжению ждать будет. Есть. Ну, до субботы управишься, воскресенье твое гуляй. Есть. Да. Перевыполнишь план, спишем грехи твои. И Корольков на свадьбе гуляй. Да ладно. Ну, будь здоров. Не-не-не, поссоримся. Давай. Сашка! А я. Как дела? Все, иду в рейд. С тебя причитается. Ну, думал, далеко угонит, а вышло ничего. В Приморске оттуда велел заехать в Лайму за грузом и обратно. То есть порядок? Ага. Что думать, как же? Ну, иди. Дорога хорошая, скоро управишься. Клавка-то как, а? Завтра выписывать, надо бы ее доставить. Сделаем. Пашка поможет. Да, Саша. Клавдию к тебе вести? Как это ко мне? Что, у меня комната вовсе пустая? Нет, только она лажу. Нет. Стою. Лучше сразу. Конечно. У тебя деньги на книжке? Да деньги здесь. Ну, давай. Вот это, давай. 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 Это дело, давай. Давай сюда. Да, ну, и на что ты дураковаешь? Слушай, а чего вы купите? Все, что надо, то и купим. Этажерочки, фужерочки. Ну, что ж получается, ребята? Я женат, Сашка женится. Пашка, теперь твоя очередь. Пора, брат, тебе, пора. У меня на этом фронте неполадки. Это какие же неполадки? Да если какая-нибудь мне нравится, то я ей, ну, нисколечко. 3200. Чего разбросали детали-то? Здрасте, товарищ Корольков. А семейным человеком я все одно стану. Сам себе рожу ребенка. Парнишку. Обучу его на шофера, и будет он у меня работать на грузовике, на атомном. Дай-ка мой. Цветочки. Я той в больницу вожу, чтобы она на суде аккуратно показывала. Да-да-да, ты брось хитрить, как там муха. Жениться собрался. В субботу в обед вернусь, ты не обижайся, что письмо короткое, время поджимает, твой. Что, надушенное письмо? Бензином пахнет. Голову. Погоди ты, отвертку, Сашка, Румянцев женится. Скажи, пожалуйста. Надо к ее приезду комнату обставить. А, сделать это как надо. Ну, на чем птицы сидят? На яйцах. Да ну, на чем на яйцах? Погоди, ну на... Сук! Сам ты сук, ну круглый как-то. И гнездо. Гнездышко. Ну ладно, отцы. Надо, пока он в рейс комнату обставить, побелить, оклеить. Мебелишку надо купить. Да, мебелишку купить, оклеить, а деньги... Деньги я у него уже взял. Пусть, короче, отвертку дадут, кто брал. Давай, деньги. 900. 1000. Я говорю, 1000. Вот чудаки, а. Эй, шофер! Сколько мест? 29.
Да. Распишись. Эй! Так, накладную. На. Груз дашь агенту. Он будет ждать у склада текстильторгов. Есть, капитан. Эй-эй! Этот пакет с документацией отдашь товарищу Королькову. Он знает. Ясно? Ясно. Смотри, не потеряй. Не потеряй. Здравствуйте. Люба, Тася, знакомьтесь, это Сашины друзья. Здравствуйте, Люба. Ладно, прошу в такси. Денег-то дай. У меня к вам просьба большая. Что? У вас время есть? А что? Сейчас узнаем. Вот справка о зарплате. В среднем около 2500. Вот жилплощадь. Комната приличная, отдельная. Вы же смотрели. Все это так, товарищ Евдокимов. Но вы подолгу бываете в отъезде. Да. Так и соседи есть, очень хорошие люди. Я с ними договорился. К сожалению, соседи. Вот тоже товарищ Люба приглядит. Ну что, жених и невеста? Нет, зачем жених и невеста? Это просто моего жениха, подруги невеста. Ой. Я Митечка, товарищ директор. Я помогу. Ну что ж, пойдемте. И познакомься. Понимаешь, какая история? Тут, брат, вот какое дело. Оказывается, мы с тобой родственники. Ну, братья. Мы? Ну да, ну ты да я, да мы с тобой. Я, брат, хочу тебя попросить, ну, чтоб ты сделал мне одолжение, понимаешь? Он переехал жить ко мне, к нам. Ну, в отношениях материальные, и жилплощадь ты... Пожалуйста. Ну вот. Раздевайся. Вот тут, брат, твоя вешалка будет. Да то есть тебе не дотянуться, а это будет твоя личная вещь. Моя вещь? Да. Пальтушку тут повесь. И шарфик тоже. А которая тетина вешалка? А у меня, Саша, вешалка не здесь. А вы разве не братан, а жена? Нет, что ты, маленький. Ой, вот здорово! Значит, мы без девчонок жить будем.
Вот это... Замечательно, вы все ему здесь придумали и обставили. Нравится вам? А это чья личная вещь? Это наша личная вещь. Моя и твоя? Ну да, наша. Напополам. А можно я его потрогаю? Конечно, желаешь, садись на него. Пожалуйста. Мечев подпишет. Эй! Из Лаймы груз. Точно. Ворот заворачивай. Какие ворота? Наши склады нынче за мостом, браток. Ай. Браток, давай, давай, скорее. Нет, я закрою. Что там у тебя? Вот где у. Техника. Фу. Ну давай, 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 давай. Скорее, скорее. Какой ты быстрый, то с грузом до утра проторчишь. До утра, милок, голубая душа. Склады ждать не будут. Придется свои машины вызывать да перегружать. И твою аварийную из гаража. Говори номер. Красноармейская 2115. 2115, 2115, 2. Я потерял. Кто, я? Пятиалтынный для автомата есть? Я вас... Вас... Помощь нужна. Загораю, оба баллона сели. Я к Нонке еду. Ну, Мишка, друг, выручай, у меня со временем во. Выручай, выручай. Меня же Нонка ждет. Опоздаю, пропаду, ты же ее характер знаешь. Да, что ты? Сашка, ты что беспокоишься? А иди ты. Ну, там же дежурные есть. Вот чудило. Я так за пирог волновалась. Небо и горшки обжигают. Дай откусить. Подожди. Раз, два, три, четыре.
счастью, тетка теперь меня живьем съест. А ты ее больше не боишься. Ты замуж выходишь. Ты от нее уезжаешь и с пламенным приветом. Эх, прокатиться на его машине с ветерком. У него на 15 тонн автомобиль с двойной амортизацией на 110 лошадиных сил. Он весь наш техникум прокатить может. А почему вино только сладкое купила? А что? Ведь он же... Что он же? Шофер, да? Да. А все шоферы пьют водку, да? Да. А Саша пить не будет. И вообще, ты знаешь, что им за это бывает? Прокол в правах. Укол. Ну да, и вообще, вплоть до самых больших неприятностей. Надо очень. Ну что ж, винегрет, селедка, икра зернистая. Стол стоимостью в повышенной стипендии. Клава, много степешки осталось? Босоножки еще купила, он сказал, что пойдут к ноге. Теперь так и пойдет, он сказал. Ой, девочки, еще 5 минут, и я с голоду умру. Да, полотенце чистое достать надо. С дороги он захочет умыться. Что? А что, вы не знаете, что такое рейс? Ну-ка попробуйте посидеть 4 дня за баранкой. А знаете, что я думаю? Я думаю, что любовь с первого взгляда существует. Вот так вот посмотрела. И все. Подожди, Клава. Надо поставить встречный марш. Это соседка. Лампу вернула. Эй! Накладной давай. Где же товарищ? Не беспокойся, порядочек, дозвонился. Да не здесь, что ты впервой подписываешь. Что... Ну ладно. Мне тогда и в голову не пришло, что все это подозрительно. Но меня задержали и доставили в уголовный розыск. Я не пришел, не приехал, а был доставлен сюда. Сейчас я докажу, что я ни в чем не виноват. Он же не может не понять меня, этот капитан. Это что? Садись. Так вы же видите, накладная. Это липа, а не накладная. Сам делал или кто помогал? Кто именно? Будем молчать? Вы будете молчать, я буду молчать, так? Между прочим, здесь был один, тоже шофер. Молчал, молчал, а потом раскололся. А? Мне нечего больше рассказывать. А что в этом пакете? Разверни. Садись. Ну? Документы. Откуда вы знаете здесь документы? Сказал мне в Лайме этот, с усиками. С усиками? Фамилия неизвестна. Здорово придумано. Кто давал груз, неизвестно. Кто принимал, неизвестно. Слушайте, Румянцев, вы что, меня за мальчика считаете, да? Красивые документы. Такая у вас такса за перевозку краденого груза. Ничего, зарабатываете. Этот пакет я вез Королькову. Ах, это не ваши деньги. Про них вы ничего не знаете. Про деньги вы не знаете. Кто отправлял, не знаете. Кто принимал, не знаете. А что вы везли, тоже не знаете. Ну, пианино, одеялки, ботрезин. Вы же шофер, вы же щупали.
Будем придуриваться или будем говорить правду, Румянцев? Да, товарищ капитан, что я могу сказать? Я вам не товарищ. Тамбовский волк вам, товарищ. Я для вас гражданин, капитан. Ясно? Да. Да. Виткался над озером, але блеск зарі, вдаліке за стонами, плачуть глухарі, где-то стонет и Волга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло. Где-то стонет и Волга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется. Не надо мне ваших пирогов, босоножек ваших, вашей любви с первого взгляда. Не любишь никого, вот и не надо. Я была в этом уверена. У него таких, как ты, хоть пруд пруди. Очень ты ему нужна. Тетя, как вы можете так говорить? А если с ним несчастье? Такие господа ни в огне не горят, ни в воде не тонут. А ты его икрой кормишь. Стипендию на него кидаешь. Что он у тебя все грызет и грызет? Приходи к нам в общежитие. Тася, пойдем. Пойдем, пойдем. Не нужна ты ему. Не нужна. Нет, нужна. Ничего вы, тетя, не понимаете. Он без меня жить не может, а вы говорите, не нужна. И я без него жить не могу. Ну, так что вы мне имели сообщить? Ничего. Ну что ж, так и запишем. Кстати. Садитесь. Садитесь, капитан. Давно работаете шофером? 5 лет, гражданин полковник. Под судом, следствием были? Нет. Откуда же такая опытность, гражданин полковник? Потому что мой товарищ Тамбовский волк. Родные есть? Нет. Ну, отец шофером был, погиб на фронте 44. В 41-м заснялись все 4 дружков. Я-то еще орел был. А Сашка похож на отца. Нет, у Сашки нос больше бульбочкой. А дядя Вась-то? Дядя Вась такой же. Куда ставить, а? А вот сюда. Давай, что-то позвольте. Снимай. Чтоб молодым и на борщ, и на второй свете. Правильно. Вся мебель новая.
Действительно. Ой, как я за Сашу рада. Скажи, пожалуйста. Вот. Дерево-то поставлено, орех. Какой же это орех, береза? Дуб. Сам ты дуб. Ну ладно, ты взяли. И еще раз, лучше. А из себя она какая? Полненькая, черненькая? Не, такая востроносенькая. Косенки, чтоб очень представитой не скажу, но ничего, дело вкуса. Это та, которую он на машине разбил. Ну так не нужно пошире. Вот я вас сейчас. Ну все, записку напишем и поклоним. Значит так, пишет тебе весь наш водительский коллектив. Насчет безаварийной работы там в Кали. Маска, безаварийный. Как мы в гараже держим тебя за сынка, то и желаем тебе родить нам внука с хорошими показателями. Ведь его и созданы все условия. Эй, куда ты, куда? Надо же ему счет оставить. Сдачу давай. А, сдачу? Да, сдачу. 30 рублей с мелочью осталось. А 30 рублей? У меня, брат, все в ажуре. Вот это молодец. И прилично молодым на стол поставил. Ну что ты все слушаешь? Ведь тысячи машин в городе. Так с ума можно сойти? Куда это смотришь? Ты зачем сюда смотришь? Какое тебе до этого дело? Ты только посмей, Клавдия. Ненормально и все тут. Нельзя ее одну оставлять. Вопрос к вам, гражданин Корольков. Клав, слушаю. Вы давали приказание водителю Румянцу доставить из Лаймы 29 мест груза? Если бы я давал ему такое приказание, то бы оно было оформлено путевым листом. А в путевке ясно, на приморский маршрут. Значит, толю 200 луронов, это вы луроны. Хотите сказать рулоны? Точно, луроны. И ни про какую лайму. Да как, вы забыли? Вы же лично мне сказали, чтобы я обратно порожняком не шел. Не накладная? А эту накладную я тебе тоже давал? Да нет. Нахальный ты парень, вот что. Тихо. Чего смотришь-то? Взялся подбросить левый груз, а вкапался в уголовное дело? Ну, наши органы все обнаружат. От них не скройся, не уйдешь. Гражданин Караков, тут рассуждение не к месту. Почему же? Говорите. Да, пожалуйста. А я это к тому, товарищ полковник, что некоторые из него тут хотят сделать героя. Сам, дескать, чуть не разбился, а человека спас. А Корольков сам за баранкой 20 годков протрубил. Шиферню вот как видел, а? Насквозь. Я сразу предположил, выпивший Румянцев был. Да, ну хватнул полторашку пивка на прицеп. Девчонка тролливали, то есть все, и разбил машину. Никуда, гражданин Румянцев, не увильнешь. И ответить за доверие коллектива и за своего героя-отца, который, понимаешь, жизнь он дает. Снять Румянцев! Тихо. Дайте ваш пропуск. Ничего себе молодежь вырастили. Жизнь для них не жалели, они... Все, гражданин Корольков. Это действительно так и было? А? Румянцев? Было. Все по его был. Чего вы меня спрашиваете? И деньги это мои. Накладную я написал. И груз, и девушку. Ну, веди меня в тюрьму. Снова замерла в саду рассвет.
Как разоблаченного расхитителя социалистической собственности с работы уволили с 14-го. Вот это да. Вот это ударили. Сашка Румянцев просхитить. Да что, не соображают? Да вот он написал. Не держали человека сколько он. Ну что, что, митингуете, орлы? А, приказ. Ну что ж, некоторым полезно ознакомиться. Которые на глотку дюже сильные. А вы понимаете, что вы написали? Да мы не только понимаем, мы еще собрание проведем. Разберемся, откуда у нас такие расхитители социалистической собственности появились. И кто шкурников поддерживал. А как же, вот таким путем. Да. Испуг берет. Я думаю, надо в милицию идти. Идти? Что значит идти? Что наши органы следствия сами не разберут? А что органы следствия? Я сам в 18-м году был орган следствия. Думаешь, не ошибался? Пошли в милицию. Фу, черт. Чего? Ты куда? Да мне же автол получать надо. Забыл совсем. Дурка! Ах, автол. Понятно. Ну, иди, получай автол. Слушайте, Румянцев, у меня к вам еще вопрос. Вы внешность этого агента по снабжению запомнили? Нет. Ну, не внешность, ну, привычки какие-нибудь, ну, что-нибудь особенное в поведении? Нет. Ну, вроде что-то искал, как будто потерял вещь какую-либо, документ. Искал? Вещь? Вещь иногда превращается в документ. Я хотел вам сказать, да. Когда я с грузом загорал, то есть ждал, меня видел один человек, шофер из нашего гаража, Снегирев Мишка, он же может подтвердить. Снегирев, вы его адрес знаете, ну да. Мы его вызовем. Вот что, Румянцев. Вот этот дядя. Не похож на вашего снабженца, а? Нет. Подождите, подождите, вы внимательно посмотрите. Да, скажешь, а потом вы его... Он, может, порядочный человек. Вы его. Но Румянцев в этих папках порядочных людей не держим. Румянцев. А он вот так вот губой не делает. Где он? Человек как человек. Можно я еще погляжу? Погляди, погляди. Внимательно. Вроде как... Он. Чего ты молчишь? Говори все, что есть. Да. Да, товарищ полковник, здесь. Пришли. Хорошо. Касать курите. Да черным по белому, товарищ капитан. Имел он приказание в Лайму заехать, это точно. А Корольков отрицает? Почему? А я так полагаю. Да сука, этот самый Корольков. Жучила! Кто это жучило? Да есть у нас такой. Корольков, начальник эксплуатации. Жучило есть. Садитесь. В рамочках, товарищи, в рамочках. А я и так, товарищ капитан, в рамочках. А без рамочки я другие выражения говорю. Шоферские. А что вы, товарищ капитан, на меня так смотрите? Знаем, мол, ваш шоферню, все вы друг дружку покрываете, так? А сами не пишете то, что мы вам говорим. Он, дядя Яша, с 18-го года коммунист. А вот Лемехов в войну отечественную до Берлина дошел. Ну, что шофером остался, ну так что ж. Не вышел из меня, понимаешь, этот.
Мы народ прямой, понял? И попрошу с уважением выслушивать наши показания. Иначе я к верховному прокурору поеду, примут, выслушают и выводы извлекут. Нам с братом. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот обязательно ему бушлат понадобился. Видишь, вот и жарко. Вы, наверное, Сашу ждете. Ну, мало ли бывает. Может, застрял где в дороге. Может, мотор барахлит. По-разному случается. Я был дело, в кювет навернулся с откосу. Так два зуба пришлось вставлять. Вот вставные, видите? Или нержавеющие стали. Ну, ладно, ладно. А был случай еще. Занесло машину и крутануло. Кубился водитель. А Сашка жив, не ранен даже. А это которого в тюрьму посадили? Не мешайся. Ты, парень, посмотри в окошко, как наш там мотоцикл. Ну-ка, быстро. В тюрьме он, Клавдия, обвиняет в уголовщине. Я всегда говорила, что этим кончится. А что вы могли знать, когда он честный человек? Что это вы такое могли знать? Я-то думал. Поедем, братан. Подождите, Паша. Я с вами. Что? Клавдия, это куда же ты? Я ухожу от вас, тетя. Совсем. Навсегда. Слушай, Корольков, я случайно у тебя шива не оставлял? Ну, черт меня дернул. Сидел бы, понимаешь, за баранкой. Так нет. Гори синим огнем. Верное дело, верное дело. Вам-то что? 9 раз уже сидели, а мне, ну, во, как нужно. Домино, разолит, разодил, та-та-ту. Тихо. Надо его утопить, шоферюгу этого. Кончить навсегда. Понятно? Как? Кончи. За что? Надо ему письмо написать. Это старая и верная штука. Будто от жуликов, от соучастников. Ну, будто он не один, а компания с ним. Понятно? И обратно его в тюрьму упрятать. А сын-то дома? Вовка! Вовка, ты дома? Иди сюда, тебя попользуй. Чего, папа? Иди сюда. Поздоровайся. Здравствуйте. Ты в кино хочешь? Мороженое хочешь? А? Ой. Я спать хочу. О, мама, молодец. Молодец. Садись. Пши. Опять путевку. Дура. Письмо. Пши. На. Пиши. Сашка
друг. Пиши, пиши. Все твои неприятности пройдут, как с белых яблонь дым. Вот так пиши. Уходи отсюда. А? Понял, нет? Дальше. 5000 твою долю, наверное, псы отобрали. Молодец, молодец. Как получишь срок, мы тебе в тюрягу подкинем. Будешь жить красиво. Не расстраивайся. Все? Расстраивайся через 2 часа. Расстраиваюсь. Через 2. Ну-ка, есть через 2. Чего столько? В школе учат. Руки вверх, Шмыгло. Господи, Сергей Иванович, вот не думал, что опять увижу вас живым и здоровым. Пожалуйста, пожалуйста. Подумать только, опять встретились. Вот радость для вас. Присаживайтесь. Благодарю вас. Какая хорошая штука. Тюль. Дешевая. А вот моя жена 4 дня простояла в очереди. Хотела сыну купить в комнату на занавеске. Так и не достала. Да что вы. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот что, Шмыгло. Он же Запрудный, он же Прибытков, он же Дальский. Дальский. Он же теперь и Попов. И что с вами, а? Что? Вы ведь когда-то были неплохим аферистом, а? Что случилось? Вылетались? Аль постарели? Да, мы знаем давно друг друга. Хорошо знакомы. Так стоит ли терять теперь время попусту, а? Курите? Курю. А я, представьте, бросил. Серчишка пошаливает. И вообще... А бывало сигара, Гаванна, берег теплого моря. Да, я вас там брал в Одессе. В 1924 году. Как же, помню... Я сидел у Фанкони за чашечкой кофе турецкого. И вдруг, я помню чудное мгновение, входите вы, молодой, интересный. И ваши традиционные руки вверх. Ну, а потом последнее слово подсудимого. Дамы плакали. Я говорил о музыке. Да-да, помню, помню.
И помню, как вы стимулировали душевно больного. И довольно ловко. Да, задал я работу психиатром. Вот какой я был. Эксперты приезжали, верили, и только один вы улыбались. Ох, Сергей Иванович, хитрый вы человек. Да, вот получается, шмыгло, что шило в мешке трудно утаить. Как? Пословица есть такая русская. Шило в мешке не утаишь. Ну, шило, знаете, которым прокалывают там разные предметы. Так вот, его очень трудно утаить в мешке. Ну как, будем беседовать? Простите, я знаю еще одну пословицу. Не пойман, не вор. Сергей Иванович, вы же знаете мой метод. Я никогда ни в чем не признаю себя виновным. Ни в чем. А доказательств, насколько я понимаю, в медицине у вас нет. Ну, вот что ж, Шмыгло. При всей вашей опытности вы все-таки человек нервный. И после многих последних неудач рассеянный. Вот так. Ну что же, придется начать обыск. А вы кто ж ему будете-то? Ой, знаю. Та, что на машине разбил. Ведь он меня тогда все время спрашивал, тетя Таня, тетя Таня, да выживет ли она? Ой, я же сама по медицине. Я уборщицей в поликлинике работаю. Весь город изъездил, нигде его нет. Ой, да что ты говоришь? Передачу не принимают. Папирозы промокли, наверное. Он ведь беломор курит, да? Ой, да ты не горюй, доченька. Вот его комната. Да ты проходи, проходи. Вернется. Парень, он честный, я знаю. Ты жди. Доживи здесь хозяйкой. Видишь, как для вас все тут приготовлено. Да ты переобуйся. Вот его туфли. За что его, тетя Таня? Молод, горяч, прост. Опутали люди. И стульчик поставьте на место, Сергей Иванович. Вот так. Никаких улик. Может, вы действительно стали честным человеком, а? Шмыгло. Ну, поверьте, Сергей Иванович. Не могу, Шмыгло, поверить, не могу, и хотел бы, но не могу. Да. Сидеть. Сюда могла провалиться очень важная вещь, которую вы считали потерянной. А черт ее знает,
А вдруг она сейчас болтается там внизу за подкладкой? Ладно, кончено, чего уж. Там шило, гражданин полковник. Только учтите, добровольное признание, чистосердечное. Не вы нашли, я сам показал, где шило. Сам. Этим шилом я и... Записывайте показания. Проколы сделаны мной. Груз доставлен. Я покажу, где он находится. А кто еще работал с вами? Корольков. А кто еще? Ну, не мучайте себя, Шмыгло. Еще один по фамилии Брус. Сергей Иванович, а шило вы вынули? А его там и не было. Как? А как не было, когда вы... Я же вам сказал, что оно могло быть у вас под подкладкой. Вы ведь его искали на пустыре? Ай, шмыгло. Спокойно. Не надо так шутить, Шмыгло. В вашем возрасте это даже смешно. Сергей Иванович, и в моем возрасте не хочется видеть небо в крупную клетку. Фу. Вы бы отдохнули, товарищ полковник. Третья ночь ведь идет. Ладно, ты еще учи меня. Вот, ужин для вас. А буфет закрытый. И чай холодный. Положи папиросы. Я не брал. Отдай папиросы, плохо прячешь. Вот не понимаю, товарищ полковник. Как это ему сердце болит? Вроде как зуб, что ли? Вроде. Жена звонила? Два раза. Соедини меня. Анюта, это я. Что делал? Спал, а теперь вот чаи гоняю. Ага. Не. Донес уже, успел? Ничего, ни одного слова. Ах ты мой дорогой Пинкертон, никуда от тебя не денешься. Еду домой уж, вот в пальто сижу. Угу. Ну, еще честное слово, еду. Вас там один шофер ждет. Давно уже? Длинный такой, да? Ага, может, до завтра его? Я тебе дам до завтра. Через минуту проси. Слушай. Четенок. Кто там? Я. Ой, не пугайтесь. Простите, что поздно. Мне Клавдия нужна. Алло, мамаша, Откройте. Клавдия здесь больше не живет. И куда она отправилась, я не знаю. Наверное, к вам в тюрьму, из которой вы бежали. Я не бежал. Мне нужно... Я же хочу узнать. Ничего не знаю. И Клавдия тоже вас знать не желает. И не смейте здесь торчать. Я милицию позову. Уголовщина. А что? Уголовщина. Следствие-то еще не кончено. Меня выпустили пока. Пропуск. Да ты что, не узнал меня, тетя Паша? Мне узнавать вас не к чему. Наделал делов, и не стыдно людям в глаза глядеть? Да ладно. Читай приказ. Кто там?
где Евдокимов? Я Евдокимов. А что? А, Евдокимов. Здорово. Здрасте. А где же твой... Братан? Ага. Он, наверное, скоро придет. Я вас жду. Вот отзывы учителей, когда он еще в школе был. Это характеристика от нашей комсомольской организации. Он все с душой делал, понимаете? Вот это мы подчеркиваем. А, с душой, это хорошо. Теперь по работе. Когда рейс какой трудный, ну, невыгодный, он все одно первый. Ну, а это я чертеж составил насчет аварии. Асфальт мокрый был, вот вы говорите. А тут девочка, вот она, крестом помечена. Длина тормозного пути. Слушай, это, брат, я все уже знаю. Но только это ни к чему теперь. Как ни к чему? Он же героизм проявил, Румянцев. Это ему тоже аттестация. А как вы считаете? Правильно, аттестация. Вот ты мальчишку усыновил, сироту. Это тебе аттестация. Откуда вы знаете? А чего бы мы стоили, если бы мы здесь, работая, знали о людях только плохое? Ну, иди, тебя твой Румянцев по всему городу бегает, уж, наверное, разыскивает. Как? Вы его выпустили? У меня тебе серьезное дело. У тебя курить есть, а? Есть. Я тебе возьму пару. Бери. Извините. Освободить-то освободили. Но это еще не все. Тоже по поводу Румянцева приходил? Да. Не нравится мне эти посещения. Почему? Уж больно много народу ходит. Заступники. Вроде организовано. Это верно. Это верно, Самохин. Организовано. Точно. Который жулик, он есть жулик, товарищ полковник. Ты все-таки, как это у вас получается? Без году неделю работаете следователем, а чересчур опытными стали. Плохо знаете биографию товарища Дзержинского. Он был беспощаден к тем, кто в каждом человеке видел или врага, или жулика. А мы вот здесь, работая, должны с величайшим уважением относиться к каждому советскому человеку. А человек, это звучит гордо. Точно, товарищ полковник. Ну, точно, это не я сказал, это Горький сказал. Ну вот. Все-таки придется вас временно от следовательской работы освободить. Вот так. Пока, если вы поймете, что к чему. Все, идите. Идти в рейс. Ну-ка, давай еще вон той полуторочке профилактику сделай. А вы оставайтесь ночевать, если у вас своего дома нет. Спасибо, у меня есть. А что, у вас неприятности? Почему ты решил, что у меня неприятность? А когда у братан неприятности, он тоже сидит и молчит. А что, у него что-нибудь случилось? У него лучшего друга забрали. Тетя его прибежала и сказала как-то кошмар. А. У меня тоже неприятности. А у тебя-то по какому предмету? Да по неволевайке, знаете, черница такая. А, знаю. Она же не выливается, а вытрясти ее можно. Тряс? Тряс. На себя? Ну вот еще на себя. На Виктора, конечно, кошмар. Чего? Это мне уже спать ложится. Ну ладно, будь здоров. Задний мост в другой раз переберем. Братан придет, скажи, Сашка заходил, Румянцев. Сашка запомни. Румянцев? Ага. Запомни. Сашка, ты?
ты откуда? Отпустили меня. Отпустили? Ага. Под расписку, что ли? Нам пора, Михаил, мы же опаздываем. Где билеты? Нет, ну посмотри там под скатертью, где телевизор? Мишка, ты понимаешь, я билеты взял в театр эстрады по 16 рублей. У меня к тебе... Нету там, посмотри у себя. Миша, дело серьезное. Нет, ну посмотри же хорошенько. Ай, отцепись. Тебя, в общем, вызовут в уголовный розыск. Так ты объясни. В угрозыск? Его в уголовный? За что? Подожди, Нона. Вызовут по моей же просьбе. Помнишь, ты проезжал на мотоцикле у пустыря-то? Он за тобой же ехал. Интересно, когда это он за мной ехал, а? Это когда я с этим проклятым грузом там сидел. Понимаешь, попросил твоего Михаила, чтобы он аварийную вызвал. Мишка, а ты ведь только подтвердишь, и все. А ты... Че ты молчишь? А чего ему говорить? Что он помешанный самому в такое дело соваться? Я не с тобой разговариваю. Очень вами благодарна. Если с ним, так и со мной. Он пока еще мой муж, а не твой. И не будет он в это дело мешаться. Не будет. Нонка. Да знаю, тут уголовщина разная. А Михаил общественник, у него анкета чистая и на хорошем счету. Погоди ты! Слышь, Саша, что я ехал, я не отказываюсь. Но впутывать ты меня не впутывай. Это не по-товарищески. Верно ведь? Давай так, я сам по себе, а ты сам по себе. И вообще я не обязан после работы за аварийной ехать. Я свое отработал, и все, порядок. Верно ведь? Надо же. Берет человек и припутает к своим махинациям. Ну, мы идем или нет? Ну, конечно, конечно. А то хоть тут только людям нервы расстраивают. Ну и подлецы вы оба. Ты у меня запомнишь это. Надо мне ваши жалости, слышишь? Ничего не надо. Я сам их найду. Сам один их арестую. И вы все увидите, кто я такой. Я, может, и неправильно поступил. Поругайте меня. Но вот письмо пришло Румянцеву на адрес нашей базы. Я его, конечно, вскрыл и доставил вам только по соображению бдительности, товарищ полковник. Это хорошо. Интересно. Целая банда, понимаешь?
Не робей, пишут, Саша, мы тебе поможем. Вот народ, а? Интересно. Но самое интересное, это то, что накладная выписана Румянцеву, и это письмо, оно написано одной и той же рукой. Рукой вашего сына. Товарищ полковник. Весь в папу. Товарищ полковник. Я вам не товарищ. Виноват, гражданин полковник. Товарищ. Шмыгло арестован. Судя по всему, вы этого не знаете. Вы изобличены полностью. В Лавине работает человек по фамилии Прус. Вы его знаете? Знаю. Гражданин полковник, ради бога, пожалуйста, если я могу помочь следствию. Вы можете ему позвонить по телефону? Я? Да. Могу. Какой его номер телефона? Ну, спокойнее, спокойнее. Пожалуйста, найдите букву П. П. Сейчас найдем П. Соедините меня с Лаймой. Вы назначите ему и его грузчикам свидание в каком-нибудь ресторане Лаймы сегодня в 10 часов вечера, понятно? А. Да-да, Лайма, 217, да-да. Говорить будете нормально, бодрым голосом. Постараюсь. Привет, Корольков беспокоит. А? Да-да. Откуда говорю? Из дом говорю. Да-да. Порядок. Как себя чувствую? Хорошо себя чувствую. Время провести надо. Говорю, надо. Да-да. Вот-вот. А? В 10, так в 10. Будем, будем. Да, есть разговор. Да-да. Ну вот. Разрешите? Я по делу Румянцева. Снегирев. Вот повестка. Ох, Снегирев, что же это? Вас третий раз вызывают, а вы не являетесь. Так я ж в рейсе был, товарищ начальник. Неправда. Вы из города не отлучались? То есть, да. Нет, я... Садитесь. Есть. Я Румянцева-то мало знаю. Мы с ним, в общем, так. Здравствуй, прощай, как делишки. Вот и все. Сейчас-то он разоблачен. Погнался за монетой. Ну, а Королькова, я надеюсь, вы знаете с хорошей стороны. Исключительно. Сам из шоферов, с большим авторитетом. Ну, а скажите, Румянцева, вы увидели на дороге, когда он загорал? Ведь он вас просил вызвать аварийную машину. Меня? Вас, вас. Нет. То есть, аварийную? Да. Товарищ начальник, я тут ни при чем, вы... Запачкаться боишься? Анкетка, наверное, чистенькая. Чистая? Справиться можно? На кой дьявол мне справляться? Ведь в анкету не напишешь, как вы продали товарища. А ведь он вас просил вызвать свидетелем. А вы предали честного парня. Дайте мне вашу повестку. Вы сидите на ней. Извиняюсь. Все, что в бажуре. В этом случае ты за меня... Трамвай платил 30 копеек. Правильно, весной мне кружку пива поставил, получил 2,20. Заберись. Вы что, сдурели, что ли? Постой, Снегирев. Потолок ты белил, Румянцев? Я, а что? Материал твой? Мой. Полсотни сработает. Правильно, давай деньги. Получай.
И запомни напоследок, как товарищ Маяковский сказал, оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в Бога в душу. Извиняюсь. Тихо, ребята. Иди. Гуляй, гуляй. Не гони, не гони. Корольков их 10 вызывал. Я искал их целый день в этом приморском городке. Здесь я получал тот проклятый груз. И только вечером случайно наткнулся на знакомую машину. Еще один коньяк. Пожалуйста. Послушай, приятель, садись. Старый приятель, а где Корольков? Хотите... Я вас целый день ищу. Здесь не говорят о делах, здесь только... Яков, пошли. Ну, что вы хотели мне сказать? А что случилось, а? Ой, гад! Пусти, ребята, это вор! Кто ты такой, чтобы меня арестовать? Я человек, ты вор! Не уйдешь! Под эстонца работаете? Вы же Сенька Харюк. Нет, это ошибка. Я не есть. Вы мне акцент не показываете, я вас знаю. Тихо. Сынок. Сынок, чего ты, черт? Эх ты, все сам, сам. Тамбовский волк, а он товарищ, товарищ. Вот так и кончилась моя история. Вернусь из рейса. Открою дверь и скажу: «Здравствуй, жена!»